Здравствуйте, я на 11 часов записываю на вакцинацию от коронавируса. Многие жители района спешат поставить прививку от коронавируса. Кто-то приходит один, а кто-то от учреждений подает целые списки желающих поставить укол. 26 декабря в больницу пришли представители учреждений культуры Курагинского района. Буквально вчера по отрасли культура в больницу мы направили списки, кто желает пройти вакцинацию от коронавируса. И уже к вечеру нам с больницы перезвонили и пригласили сегодня прийти на вакцинацию, предварительно посетив фельдшера. И вот сегодня мы здесь, в больнице. Для того, чтобы вакцинироваться, нужно прийти в регистратуру, откуда вас направят в кабинет, где терапевт после измерения температуры, давления и сатурации вручит пациенту памятку и предложит подписать согласие на прививку от коронавируса. Ну, у кого как. И тяжело было. У брата сродного, с южного, очень тяжело было его. Родственники Ольги Поповой тяжело переболели коронавирусной инфекцией, поэтому она решила поставить прививку от коронавируса. Я вообще это решение приняла, как только сказали про вакцину, я сразу сказала всем, кто спрашивает, я говорю, я буду вакцинироваться. В этот день двоим из трех представителям культуры была поставлена прививка. У одной из сотрудниц температура оказалась немного повышенной, поэтому врач рекомендовал временно отложить прививку. В течение 30-минутного ожидания работники делились друг с другом своими ощущениями. Никакой особой реакции не было, самочувствие было хорошим. Пообщавшись на следующий день, они выяснили, что прививка самочувствие не ухудшила. Не знаю, я всегда доверяла, и медицине нашей доверяла, и сейчас доверяю. Поэтому, не знаю, я бы советовала ставить, конечно. Это добровольное информированное согласие, с которым вы должны ознакомиться. Никто из нас не знает, как именно мы перенесем инфекцию, а самое главное – наши близкие и любимые люди. И если есть возможность не допустить этого, то мы должны ею воспользоваться.